Леонидович Купер – человек интереснейшей судьбы, которого самые известные биографические энциклопедии представляют редчайшим словосочетанием – советско-российско-американский художник. Эмигрировав из Советского Союза в 1972 году, он всегда был душой со своей родиной, а новая Россия дала ему возможности раскрыть такие грани таланта, которых с лихвой хватило бы не на одну творческую личность. Первое впечатление было афиша при входе. Мне очень понравилась она. В большом размере, с этим бокалом вина, которым Сальери отравил Моцарт. Замечательно. То есть, в общем-то, можно сказать, довольны. Да. Самим собой. Нет, с большим вкусом сделано. Мы когда работали над этой книгой, какие, может быть, основные впечатления? Ну, я был очень увлечен. Во-первых, техника – это литография с многими прогонами. И от этого все это выглядит, поверхность выглядит такой многодельной и богатой. Это не просто литография. А можно сказать, что эта книга – это одно из любимых каких-то ваших творений? Или они как для каждого художника все? Можем. Но я после этого сделал... В Петербурге с издателем моим, издательство, которое называется «Редкая книга из Санкт-Петербурга». Мы сделали книгу Йовы, мы сделали «Спартак» для Большого театра. Сейчас мы сделали, мы еще не напечатали целиком, «Экклезиаст». И еще мы будем делать, уже часть сделана, это «Медный всадник» Пушкина. Ну, это огромный подарок. Юрий Купер с удовольствием общался с многочисленными поклонниками своего творчества на открытии в Воронежском областном художественном музее имени Крамского уникального авторского выставочного проекта «Иллюстрации к трагедии Пушкина, Моцарт и Сальери», так называемая «Книга художника». Я горд тем, что я притащил Купера в Воронеж. Я очень рад, что он согласился со мной делать этот проект. Зная его занятость, зная его углубленность во многие-многие сферы художественной жизни, ну, это человек, график, живописец, ювелир, автор песен, автор пьес, автор книг. И сама по себе эстетика Юрия Леонидовича, она, знаете, она мне очень как-то так вот близка. И человек, который может стоять около стены в Питере, обваливающийся, рушащийся, с отстающей краской, и восторгаться тем, как там кусок отломился. Вот что, понимаете, что очень греет, потому что он не парадный художник, он художник какой-то внутренний, вот сумрачный даже, я бы сказал. И эта сумрачность, она не характеризует его темперамент никак, ни в коей мере. Потому что это совершенно не сумеречный человек, это человек-праздник, человек, имеющий огромное количество друзей, человек с удовольствием живущий, человек, который способен встать утром и написать стихотворение. Я когда был у него последний раз, помню такую стопку стихотворений, там, мне в голову не придет сесть писать стихи, а он пишет. Знаете, это какое-то такое жизнелюбие, которое никак не сочетается с вот этим... с этим сфуматором, который есть сквозным образом его живописи. Юрий Купер уже оставил заметный след в истории культуры Воронежа благодаря обновленным интерьерам Кольцовского театра, вызывающим восхищение ценителей самого высокого профессионального уровня. И здесь маэстро нашел в лице художественного руководителя театра, известного всей России режиссера Владимира Петрова, верного единомышленника. В коллекции Воронежского музея хранится один из 50 экземпляров книги художника. Ее форма традиционна для этого жанра и состоит из отдельных листов, которые сложены в специальную папку-футляр. Книга художника, где художник является автором вот от самого от А до Я, вот от книги футляра, которую вы здесь видите, от первой буквы и до последней страницы, до последней буквы, мы выбрали 17 иллюстраций. То есть это все иллюстрации, уведя немножко в тень сам текст, но оставив вот эти вот очень хрупкие, очень романтические цветы, которые, ну вот как виньетки украшают каждую страницу книги и являются, ну, в каком-то смысле авторским знаком.
Специфика не позволяет экспонировать книгу художника Юрия Купера в открытом доступе посетителям музея. Чтобы увидеть внутреннее авторское оформление и оригинальные литографии, каждая из которых представляет самостоятельное произведение искусства и подписано художником. Проект «Юрий Купер. Иллюстрации к трагедии Пушкина, Моцарт и Сальери» из собрания Воронежского областного художественного музея имени Крамского решает эту проблему с помощью компьютерных копий, выполненных в размере оригиналов. В экспозиции представлены 17 иллюстраций. Их основной мотив – воспоминания художника о музее-заповеднике Михайловское, где гений русской словесности Александр Пушкин работал над маленькими трагедиями, в том числе «Моцарт и Сальери». Выставка будет работать до 14 января 2018 года, и в новогодние каникулы есть замечательная возможность познакомиться с творчеством знаменитого художника-графика Юрия Купера.